Остался только плацкарт. Берете? Беру. 1600. А вы не знаете, Новогорск хороший город? Ну, не Париж, конечно. Вы сами увидите. Спасибо. Счастливого пути. Извините, пожалуйста, а вы не подскажете, где здесь справочное бюро? Мне жилье снять надо. Бабушка, идите, там вам и справочное бюро, и вся полезная информация в городе. Вам туда. Спасибо. Здравствуйте. Ой, и тебе не хворать. Чего надо? Огурчиков масольных. Не надо. Ты возьми баночку, хорошая моя. Нет, спасибо. А что ищешь? Жилье ищу, жить негде. А, бывает. А сама-то откуда такая бездомная? Приехала сюда работать. Может, в вашем городе повезет. Вот тебе на. А что, до сих пор не везло-то? Не везло-то в чем? Невезучие. Ну, отца почти не помню. Мать недавно похоронила. Мужик другой ушел. Досталось тебе. Неприятности, коли уж навалится, так не отлипнут. О, на, яблочко покушай. Ладно тебе жаловаться-то, молодая да здоровая. Родители у всех помирают, и мужья-то всех уходят. И что? Комната, говоришь, нужна? Ну, есть комната. Ну, что? Работу-то точно найдешь? Точно. Я по рекомендации сюда приехала. Буду учительницей в школе работать. Так что смогу платить. А что к тебе-то сразу? Что к тебе-то? У нее дом на отшибе, а у меня здесь квартира недалеко. И комната хорошая, светлая. На отшибе зато свой. И воздух свежий. Ну что, учительница, пойдем домой. Меня Мона зовут. От Монка, зараза. Перехватила. Лида. Помоги собраться. Смотри, что живое, скромно. Вся красота, она внутри. Ну, проходи. Замечаешь, как у меня чисто? Вижу. И ты чистоту поддерживай. Домой всегда должно быть приятно возвращаться. Грязный дом – это не дом. Согласна? Согласна. Угу. Ничего себе. У нас с бабушкой почти такой же дом был. И комод точно-точно такой же стоял. Ты давай выкладывай. Ты на рынке правду про себя рассказала или разжалобить хотела? А я что, на исповеди? Что сочла нужным, то и сказала. Вы тоже про себя ничего не рассказывали. Ну, не поспоришь. Ну что, живу я тут одна. Сын у меня шофером работает, большого начальника возит. Жена у него неплохая, в магазине торгует. Дочка у них, Надька, внучка моя. Ну, у них своя жизнь. Сын приезжает иногда. Помогает по хозяйству, сама-то я уже не очень справляюсь. Пойдем, комнату твою покажу. Комната маленькая, но уютная. Вот. Денег с тебя много не возьму, а вот если попрошу помочь, поможешь? Ну, конечно.
А я заплачу, как на работу устроюсь. Переживу, как-нибудь не умру. Хотела спросить, а почему у вас имя такое необычное? Продержалась, не сразу спросила. Отец мой, царство ему небесное, с пьяной меня Моной записал. Картина ему больно понравилась. Мона Лиза, что ли, Джоконда? А меня? В честь актрисы назвали. Лидия Краснопевцева. Лидия? Тоже красивое имя. Ну, давай обживайся, я пойду ужин готовить. Спасибо. Ой, спасибо. Приятного аппетита, на здоровье. Слушайте, а как у вас тут зимой? Не замерзну? А ты у меня до зимы-то доживешь? Печка у меня хорошая, дед еще клал. Знатный печник был. Еще будешь просить меня, чтобы я поменьше топила. А как у вас тут? Могу я у вас готовить? Прокормимся. Я щей сварю бодейку. Или супа там какого. Картошки нажарю. Когда петушка забьем. А по осени кабанчика. Или тебе такая еда, не еда? Еда. Родные-то твои будут тебе приезжать навещать? Некому меня навещать. Нет у меня никого. Никому не интересно. Где живет Лида Канавина? Как и что у нее на душе? А ты, Лида Канавина, прекращай себя жалеть. Бог жалким не помогает. Это почему? А что тебя жалеть-то, если ты по себе сама страдаешь? А ты нос выше, улыбку шире, спину прямо. Иди так, как будто тебя счастье распирает. Заметит тебя Создатель, везением окропит. Поймет, что ты сильный человек, а не пригорь кувшин. Какой кувшин? Такое, которое несчастьем поливает, чтоб люди тебя жалели и много с тебя не требовали. Вот это теория. А я умная. Даже сама удивляюсь иногда, какая ж я умная-то. Еще и скромная. Из скромности блинов не напечешь. Ешь давай-давай, пока не остыло. Доброе утро. Ну и как спалось на новом месте? Ой. Выспалась? Как в детстве. Ну, садись за стол, угощайся. Детство – время счастья. Да. Только не для меня. Почему? Ну, меня мама в детстве бросила, на бабушку оставила. Сама в Москву уехала работать к любимой артистке. При ней жила. Да не нужна я ей не была никогда. Она и рожать-то меня не хотела. Бросила и забыла. Но потом приехала ко мне умирать. А я за ней с больной ухаживала. Простила ее? Не знаю. Тяжко жить, если ничего не прощаешь. Но у каждого своя судьба. Мама твоя свою уже прожила, а ты о себе думай. Посмотрим еще, какая ты мать будешь. Никакая. Когда от меня муж ушел, я ребенка своего не берегла. Как это? Вот так. Жить не хотела, с моста бросилась. Сама жива-здорова. Не знала, что беременна. Тяжелые твои дороги. Извините, пожалуйста. Вы не подскажете, как найти советскую 16? А что там? 12-я школа. Я там учительница буду работать в начальных классах. Это лучше у женщин спросить. Уважаемая,
Тут 12-ю школу разыскивать, не подскажешь? А, 12-ю? Так я там раньше работала. Директриса там, Анна Сергеевна, вот такая тетка. Вон там, садитесь на 5-ю маршрутку, едете 3 остановки, а там и школу сразу увидите. Спасибо вам большое. Спасибо. Да-да. Здравствуйте. Канавина Лидия Андреевна. Здравствуйте, очень приятно. Анна Сергеевна. Очень приятно. Вот. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А мне о вас, Лидия Андреевна, немного рассказывали. Нет-нет, ну что вы. Только хорошее. Мне ужасно жаль, что вам пришлось такое пережить. Потеряли мать. И муж с вами так некрасиво поступил. Но, Лидия Андреевна, сейчас надо собраться. Как учителя мне вас очень хвалили. А у меня как раз в классе нужно заменить учителя. А дети ждут от учителя что? Правильно, радость и уверенность. Начните в нашем городе новую жизнь. Я попробую. Никаких попробую. Надо действовать. Идите в бухгалтерию, получите аванс. Спасибо. Молодец. Дин, ты чего не пишешь? Что там интересного? Мир. У нас в классе тоже часть мира, которым нужно писать. Лидия Андреевна, я уже закончила. Молодец. Могу собрать тетрадь. Собирай. Всем спасибо, урок окончен. До свидания. До свидания. Ничего не забываем. До свидания. До свидания. Спасибо. Вы, Лидия Андреевна, осторожней с мамашей Олей Беловой. Почему? Что, она такая страшная? Она все время скандалит. Вот поставьте Ольке двойку, мамаша сразу жаловаться побежит. Оля плохо учится. Ага, она тупая, как пень. Рит, ну нельзя так о своих друзьях. Ладно, я не буду. Да, еще Петька Распухов, он сытся. Прям на уроке может. Нельзя так, Рита. Еще Дина. Вы еще на нее все любуетесь. А с Диной что не так? С Диной вообще все не так, Лидия Андреевна. В каком смысле? Дина же вам понравилась. Конечно, она же умница и красавица. А мать от нее свалила. Представляете, бросила Дину и ее отца. И сбежала к чужому мужику. По неземной любви. А тебе откуда все это известно? Лидия Андреевна, город-то у нас какой? Всем? Все известно. Уехала Динкина мама за молодым мужиком. Она дочь мужа наплевала. Давно? Ну, как сказать, год назад. Это давно или не очень? Рита, тебе не говорили, что сплетничать нехорошо? Уж тем более о своих друзьях. Я же староста, я просто вам помочь хочу. Лучше об учебе думай. Взрослых судить мало еще. Поняла? Поняла. Жизнь леса скрыта от нас, но там происходят удивительные вещи. Странные нелепые гусеницы превращаются в прекрасных бабочек. Дина, ты не слушаешь? Я слушаю, Лидия Андреевна. А пчелы не только собирают пыльцу для меда, но и переносят семена, помогая родиться. Вадим гусеницу принес! Господи, где ты ее нашел?
Не кричите, не пугайте ее. Лидия Андреевна, а она знает, что скоро станет красивой бабочкой? Ну, я не думаю, что она знает так, как знаем мы, но чувствует. Такая уродливая, и вдруг хлопа станет красивой бабочкой. И мы все девочки вырастем и станем красавицами. А Дина уже красавица. Перемена. Лидия Андреевна, а почему вы переехали в наш город? Тот город, в котором вы жили, он что, хуже нашего? Нет, я просто сбежала. Сбежали? От кого? Наверное, от самой себя. От самой себя? А разве так можно? У меня был муж. А потом он ушел к моей лучшей подруге. У них скоро родится ребенок, и я просто не могла там дальше оставаться. Поэтому сбежала. Но ты маленькая, ты, наверное, не поймешь. Нет, я понимаю. Больно от того, что кто-то отказался тебя видеть. А кого вы больше ненавидите? Мужа или подругу? Я уже никому не ненавижу. Пусть они спокойно растят своего малыша, я буду честна. Значит, вы больше не верите в дружбу? Почему не верю? Верю. А почему не спросила? Я просто хотела с вами подружиться. Мне тоже очень нужен друг. Я вас никогда-никогда не предам. Верите? Верю. Лия, на чем задумалась-то? Ой, у меня в классе девочка одна есть, ее мама бросила. Из любовника уехал. Что, так сильно влюбилась? Ну, откуда я знаю? Мне кажется, ни одна любовь не стоит того, чтобы бросать своего ребенка. Не суди, Лид, всяко бывает. О, нет, я-то замуж вышла, думала, мужа любила. Оказалось, терпела. Терпеть надоело, выгнала. Так меня никто не понял. Ни родные, ни подруги, все отвернулись. Одна осталась. Ну, наверное, не просто так выгнали. Нет, Лидочка, верная я была. Но знаешь, всегда такой любви хотелось, чтобы вот как удар молнии, чтобы вот человека секундочку не видишь и жить без него не хочется, чтобы в омут с головой, чтобы как в кино, чтобы прям вот голову снесло. Ой, знаете что? Слишком много вокруг потерянных голов валяется. И все от любви. Знала бы, что вы эту оправдывать будете, не рассказала бы ничего. А много ты сама-то о любви понимаешь, а? Ой. Что? Плохо? Таблетку? Разматывай, разматывай. Видно, сильно мечтали, раз до сих пор сердце прихватывает. Дурын ты, Лидка. Вот полюбишь, сама поймешь. Ну, список книг для внеклассного чтения я раздам в конце собрания. А сейчас хотела бы... Прошу прощения. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, присаживайтесь. Я бы хотела вас попросить не заставлять детей читать. Я хочу, чтобы они полюбили книги. Читайте вместе с ними. Делайте перерывы в самых интересных местах, чтобы они ждали продолжения. Лидия Андреевна, так как не заставлять? Они оболтусы целыми днями в игры просиживают. На улицу не выгонишь. Что уж про книги говорить. Я вообще считаю, что книги – это ерунда. Мой сын с компом на «ты» лучше меня шарит. Эти ваши Тургеневы, каштанки всякие. Ну, знаете, это ведь в жизни-то не пригодится. Вот сидит мой парень носом в книгу. Мог бы математикой, информатикой заниматься. Дорогие родители, Лидия Андреевна именно про это и говорит, что читать – это сложно. И, конечно, детям проще во дворе там мяч гонять, компьютер. Поэтому чтение нужно превратить в игру. Спасибо вам большое. Я именно это и хотела сказать. Неважно, технарь, информатик, математик, любой образованный человек должен читать. Это просто необходимо. Ладно, спасибо вам большое, что пришли. Вот, пожалуйста, Наталья Петровна, раздайте всем список. Вот. До свидания. Всего доброго. До свидания. И вам спасибо. Всего доброго вам. До свидания. До свидания. До свидания. Лидия Андреевна, я папа Дины. Как она там выглядит?
Вы знаете, у вас очень-очень хорошая девочка, но она часто отвлекается и поэтому немного отстает. На это есть причина? Да, мне уже рассказали. Просто если бы жена бросила меня, она ребенка бросила, я-то это пережила. Дина, она в последнее время как неживая. Да, я очень хорошо вас понимаю и искренне сочувствую вам, правда. Валентин, а... Можно без отчества? Вам нужно как-то ее отвлечь от всего этого. А как? Я работаю целыми днями. Прихожу вечером, а она весь день дома одна. Ну, свозите ее куда-нибудь на выходные. Наверняка же есть места, где бы она хотела побывать. Согласен. Свожу. А... Лидия Андреевна, сейчас очень поздно. Может, мне вас проводить? А? Тем более, мне еще надо много вопросов про дочку задать. Хорошо. Только мне надо в учительскую завещать. Я подожду. Хорошо. Есть что-то уютное в нашем городе. Я когда сюда первый раз приехал, меня аж бесило, что весь город может за 30 минут обойти. А сейчас нравится. Тихо, спокойно, уютно. Моя остановка. А, Дина предложила мне подружиться с ней. Да я знаю, она мне сказала. Говорит, папа, хочу дружить с Лидией Андреевной. Я говорю, послушай, ты еще ребенок, она взрослый человек. Она, знаешь, что мне сказала? Что? Нас обеих бросили родные люди. Извините, я уж вас, наверное, заболтал. Нет, ну что вы, мне нравится вас слушать, у вас приятный голос. Знаете, я папу почти не помню, но в детстве он часто мне снился. Я разговаривала с ним во сне. И вот там, во сне... Его голос был очень похож на ваш. Я как-то забыла об этом, сейчас вдруг вспомнила. Мне кажется, моя маршрутка. Мне тоже пора денег. Спасибо вам. За что? За Дину, за этот вечер. Дин, спасибо. Счастливо. До свидания. За проезд передайте, пожалуйста. Это ты, что ли? Сирота невезучая. Это вы мне? А то кому же? Это ж ты давеча на рынке плакалась про свою несчастную жизнь. Не признала, что ли? Не признала я. Извините. А сейчас смотрю, сидит, что-то улыбается, смеется сама себе. Ты, девка, часом умом-то не тронулась от своих несчастий? Не тронулась. Просто настроение сегодня хорошее. Это чего же? Да так, ни с чего. Ага. А смех без причины – признак чего? Правильно, дурачины. Ай, в общем-то, все правильно. Ну, иногда можно, не все, что злить. Да, конечно, конечно. Дурочкам, которые ничего себе в голову не берут, им по жизни не везет. Слушай, ты это, может, на радостях-то помидоры у меня купишь, а? Возьми баночку, красота моя. На радостях возьму, давайте. А то домой тащить обидно, да неохота тяжело. Возьмите, пожалуйста. Так. Ага. Ну вот, видишь, как славно. Ты что не спишь-то? Плохо тебе? Да нормально все. Ты что, по изменнику своему страдаешь все? Вообще не страдаю. Сама себе удивляюсь, но о нем не вспоминала даже ни разу. О, как! Выздоравливаешь, значит. Так, кончайте вашу философию, спать пора, утро уже скоро. А ты слыхала, что мысли остановить нельзя? Особенно философскую. Старая беда уходит, когда и на смену хоть самая крохотная радость приходит. Спать! И никто ведь из людей не хочет подумать, что это может быть началом пути к новой беде. Послушайте, со мной все в порядке, но настроение хорошее. Разве это плохо? Это хорошо, я вижу. Вот глаза-то как сверкают. Только с чего ты радуешься-то? Ой, наверное, все дети твои на пятерку диктант написали. Не верю. Премию на работе дали. Тоже не верю. Вот 100% герой нового романа.
Ну что, права, баба Мона? Да вы у меня мудрец. Раскусили. Спать собираемся или нет? Или нет. Ну кто такой? Давай, рассказывай, серьезно у вас. Ну откуда я знаю? Мы только познакомились. Мы поговорили один разок. Не хочешь, значит, баба Моне рассказывать? Ну ладно, хоть про бывшего своего забыла. Ой, улыбка-то от уха до уха. Ой, Лида, Лида, не бросайся только в омут с головой. Ну что ты сидишь-то? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Привет, бегом в класс. Здравствуйте, Лидия Андреевна. Здравствуйте. Вы были совершенно правы. Дина очень хочет поехать в Москву, посмотреть столицу. Ну, это прекрасно. Поезжайте на выходные. Это она меня попросила с вами поговорить. Она очень хочет, чтобы вы поехали вместе с нами. Это ее первое желание за последнее время. И я понимаю, что у вас своя жизнь, свои проблемы. Поэтому я вас очень прошу, очень. Поехали. Почему бы и нет? Я сама в Москве ни разу не была. Все, я тогда покупаю билеты. Счастливо. До свидания. Девочки, быстренько в класс. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на автобус Новогорск-Москва. Отправление от первой платформы. Повторяю. Посадка на автобус Новогорск-Москва. Отправление от первой платформы. Я уж думала, вы не придете. Прошу прощения, долго собирались. Давайте. Пойдем скорее. Беги. Уважаемые пассажиры, заканчивается посадка на автобус Новогорск-Москва. Отправление от первой платформы. Повторяю. Когда я смог хоть что-то сказать, я сразу спросил, как же Дина? Она ничего не ответила. Дверь хлопнула, чемодан забрала и все. Я, наверное, вас утомил уже, одно и то же рассказывал. Нет, ну что вы? А как же вы Дине все это объяснили? Никак, она меня даже ни о чем не спрашивала. Но весь город начал это обсуждать. Нашлись добрые люди, которые стали ее называть брошенной, несчастной девочкой. Она все знала, я догадался по глазам. Вы представьте, насколько мне хреново было, каково ей. Ей еще тяжелее. Я понимаю. Правда понимаю. Уважаемые пассажиры, будьте внимательны. Такси нужно? Нужно. Аргачева, 28. Довезите? Спасибо. А мы и там вещи оставим. И вещи оставим, переночуем. Квартира моего старого друга, он семей на отдых. Не оставлю уже женщину с ребенком на вокзале. Поедем. А завтра утром пойдем смотреть столицу. Терпелись, Лидия Андреевна. Спасибо. Знаете, мне кажется, что я живу только в прошлом, а настоящее как будто замерло. Я тоже такое ощущение. Будущее как будто отрезано. Но зато мне повезло познакомиться с вами, с Диной. В Москву попасть. Шумно здесь. И света много даже ночью. А я так привыкла к нашей тишине. Но он, Динка, спит, несмотря на шум. Угу.
Она когда спит, на ангела похожа. Такой красавица вырастет. Готовьтесь кавалеров отгонять. Да я уже их ненавижу. Может, будет еще и в нашей жизни счастье. Мне как-то говорили, что каждому своя мера горя дается. Кому-то стакан, кому-то ведро, кому-то целое озеро. Может, мы свое уже выпили. Скорее бы утро. Я так по день не соскучилась. Лидия Андреевна, я... Называйте меня по имени. Лида, у меня такое ощущение, что мы очень давно знакомы. Мне тоже так кажется. И я хотел сказать... Не говорите ничего. Целуй меня. Ну, сколько раз в Москве был, никогда не получалось. Кто глав, кто институт. Так что, вот так как мы сейчас гуляем, никогда. А вы, Лидия Андреевна? Я вообще в Москве первый раз. Видела только по телевизору и на картинках. Ну, еще в кино видела. И во сне. А вдруг я сейчас сплю, мне это все снится? А нет, не сплю. Так, пошли в кафе. Пойдем. Хорошо тем, кто в Москве живет. Люди везде одинаково живут. Веселье, беда, родная боль. Ну и пусть запалит. А я в окно посмотрю на такую красоту, и зуб сразу пройдет. А где десерт? Что такое заказал, да? Ничего себе! Класс! Вам нравится? Очень. Да. А вы знаете, ведь лебеди очень верные. Говорят, что если кто-то один из пар вдруг погибнет, второй бросается с неба вниз, чтобы разбиться. Даже песня есть такая, «Лебединая верность». Зачем я это сказала? Ну, ты же можешь все время это помнить, малыш? Диночка, прости. Прости, пожалуйста. Наверное, на нас смотрят и думают, что мы семья. А вот в этом доме живет артистка, у которой моя мама работала. Интересно, кто за ней сейчас ухаживает, после того, как мама не стала? Да такие люди быстро замену находят. Мужьям, домработницам. В Москве еще много старых, красивых домов. Пойдемте. А можно я еще минуточку здесь постою и пойдем? Ладно? Папа, ну ты не понимаешь. Мама Лиды много в этот дом входила, гуляла здесь. Да понимаю. Ну все, насмотрелась. Пойдем? Поездка, но Дина все время улыбается. Ты тоже все время улыбаешься. И пали волшебные чары. И с той поры жили они долго и счастливо. Спасибо. Не за что. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Сегодня был счастливый день. Даже страшно. Почему тебе страшно? Вернемся домой. У каждого продолжится своя жизнь. Ну, у меня нет никакой своей жизни. Я должен тебе кое в чем признаться. В чем? Я еще не разведен. Но сейчас это не важно. Я ведь не делаю несчастной твою жену. Это она мастер делать всех несчастными вокруг. Послушай, а что будет, если она решит вернуться? Я когда тебя встретил, я молюсь, чтобы она была счастлива со своим новым мужчиной. Куда в следующий раз поедем? А давай в Питер. В Питер нужно ехать только в июне, когда белые ночи. Но хочешь, можем поехать прямо на этих выходных. Мы обязательно должны съездить на море. Я так хочу, чтобы Динка научилась плавать. Подзагореть ей нужно. Мы обязательно поедем на море, потому что я ни одного дня без тебя не могу. Что мы будем с этим делать? Я не знаю. Может, попробуем пожить вместе? Так быстро. Но мы не слишком торопимся. Ну, вдруг еще передумаешь. Скажешь, зачем мне чужой ребенок? Ну, ты с ума сошел. Дина давно мне не чужой ребенок. Я ее полюбила еще, когда мы не познакомились с тобой. Ты знаешь, сколько нужно друг друга изучать, чтобы жить счастливо? Не знаю. И я не знаю. Дина! Ты не против, если Лидия Андреевна будет жить с нами? Конечно, я не против. Я очень-очень-очень хочу. Ты не торопишься ли, девка? Совсем ты его не знаешь ведь. Он хороший человек, правда. И наконец-то у меня будет нормальная семья. Муж, дочка. Не как он тебя в ЗАГС позвал. Но ведь знаете, что нет? Зачем тогда спрашиваете? Ну, значит, никакой он тебе не муж, и никакая она тебе не дочка. Слушайте, у меня такое хорошее настроение, что вы мне его вообще никак не испортите. Ну, уеду, я уеду. Уедешь, забудешь меня. Ну, как я вас забуду? Ну, что вы? Мы дом сняли в 3 кварталах отсюда. Буду к вам на чаек забегать. Ой, чё ж за мужик такой солидный, своего угла нет. Но они с Диной жили в квартире его бывшей жены. Ну, не захотел он меня туда везти. Решили начать все с чистого листа.
не нравится мне все это. Ох, как не нравится. Да не переживайте вы. Все будет на этот раз по-другому. Это судьба. Я чувствую. Добро пожаловать! Ух ты! Что тут у нас? А это твоя комната. Ура! Слушай, ну, порядочек тут навести, совсем уютно будет. Ну да. Но мы все быстро справимся. Конечно, нас же теперь трое. А ты умеешь печь бисквиты? Нет, но я умею печь пирожки. Но про бисквиты обязательно все узнаю. Не узнавай, я сама тебя научу. Видела, как она пекла. Кто она? Мама моя бывшая. Диночка, бывших мам не бывает. Но ведь она бросила меня и сразу стала бывшей. Разве не так? Вот, нарвала. Диночка, сплосни. Если папу переведут в Москву, ты будешь рада? Ой, я буду очень рада. Я с детства мечтала жить в Москве. Значит, так оно и будет. И мы пойдем в гости к твоей любимой артистке, Краснопевцевой. Почему ты к ней не зашла? Мы же стояли около ее дома. Побоялась. Она очень много значит для меня. Что значит? Ну, она забрала у меня маму. И при этом она моя самая любимая артистка. Знаешь, как все ее зовут? Как? Королева. А она и есть королева. Ну, как у тебя с девочкой-то? Сладились? Все чудесно. Мы с ней прям лучшие подружки. Ну, правда. Она меня перед сном 30 раз целует. А я с утра встаю пораньше и блинчики с яблоками не делаю. Она их очень любит. Расписываться он с тобой собирается или как? Ну, у них с женой, кажется, еще развод не оформлен. Да вы пирожки мои пробуйте. Хорошие пирожки. Правильно будет расписаться. Да успеется. Сейчас это не важно. Если бы вы знали, как он любит меня. Да мне ничего другого от судьбы-то и не надо. У меня все есть. У меня мужчина самый лучший на свете, дочка самая чудесная. Мы втроем так любим друг друга, ну правда. Да что же вы на меня так смотрите, как будто я с ума сошла? Угу. Ума-то у тебя особо много и раньше не было. Ну что вам опять не так? Да все вроде так. Только дом не твой, мужик не твой и дочка не твоя. Просто мне за тебя тревожно, а ты мне все-таки не чужая. Ну, так и я вас тоже очень люблю. Я сейчас весь мир люблю. Прям петь хочется. Певица, ядрен шишка. Ну, так пой. Что петь? Да что хочешь. Миленький ты мой, возьми меня с собой. Там, в краю далеком, а буду тебе женой. Там, в краю далеком, ой, буду тебе женой. Возьми меня с собой, там, в краю далеком, буду тебе сестрой. Пам-пам-пам. Thank you.
Доброе утро. Просыпайся, моя принцесса. Давай, давай. Доброе утро. Я не принцесса. А кто ты? Ты самая настоящая принцесса. Давай, вставай. Сейчас будем завтракать. А ты иди умывайся. А я пойду папу будить. Давай, давай, иди. Доброе утро, любимый. Доброе утро. Тише, тише, тише. Любимая. Диночка уже проснулась. Угу. О чем ты думаешь? А пора обзаводиться собственным жильем. В настоящей семьи должен быть настоящий дом. И редкий солнце луч, и первые морозы, и отдаленной седой зимы угрозы. Спасибо, Диночка, садись на место. Ну что, пришла пора подвести итоги? Мы же услышали всех желающих прочесть стихи. Да! Хорошо. Тогда ответьте, кто, по вашему мнению, был самым лучшим? Дима! Лучи! Умница, красавица! Ты тебя любят за что? Чем ты лучше меня? Прекратите, мне же стыдно будет, мне же больно. А ты поймешь, как другим больно, кто не любимчик. Сама виновата! Господи, кто тебя ударил? Не скажу. Ты понимаешь, что если этого человека не наказать, он может обижать и других детей? Кто это был? Кто-то из класса? Лина, не спрашивай, не пытайся узнать. Ты же сама говорила, что доносить нельзя. Все верно. Ну, ты понимаешь, что этот человек может быть опасен. Может быть, его нужно лечить. А разве можно вылечить от злости? От зависти? Не знаю. Скажу тебе, кто это, то ты должна будешь его наказать. А злобный человек, он и так уже наказан, раз он такой. Давай ничего не скажем папе. Девочка моя, а если он сам увидит? Скажем, что я упала. Обещаешь? Обещаю. Но я, как твой классный руководитель, обязана поговорить с этим человеком. Не надо. Я сама поговорю. Ага, спасибо. Держите. Спасибо большое. Пожалуйста. Рита, что надо? Хочешь, чтобы тебя все любили? Да прям больно мне надо. Конечно, надо. Это всем надо. Только злых труднее любить. Рита, ты просто обязана стать доброй. Кажется, ты меня бесишь. Но почему? Такая вся счастливая, аж тошнит. Но скоро кончится твое счастье. Это у тебя мечта такая? Ты что, дура? Что ты будешь делать, если мать твоя вернется? Она тебе родная, не то что Лидия Андреевна. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Диночки покупаете? Угу, вот думаю, компотик сварить. Ну как там, Валентин, переживает?
каком смысле? Вы что, ничего не знаете? Ну, о чем? Значит, он ничего не сказал. Плохой знак. Лена Сергеевна, не пугайте меня. Что случилось-то? Лариска вернулась. Какая Лариска? Мать Дима. Я подробностей не знаю, но говорят, они с любовником своим разбежались. Вроде как он бросил ее. Я не знаю точно. Ну вот, вернулась блудная мать. Извините, я пойду.